Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами на мосту и на подходах. Давайте пролетим по мосту немножко, посмотрим, сколько осталось демонтировать рабочего моста третьего, РМ-3. Все меньше и меньше остается работы по его демонтажу. Ну и давайте посчитаем, сколько там у нас получилось. Заворачиваем и погнали на мост. Температура воздуха при съемках была плюс 16 градусов. Ветер 6-8 метров в секунду. Ну, достаточно приличный. Обратите внимание, что контруголок уже раскидан. Это восьмой участок у нас. И Таманское, и Крымское направление раскидан контруголок. Где-то уже... вдаль, вот мы с вами видели, когда я подлетал к аркам в предыдущих видео, что там возле арок уже где-то установлен, где-то еще нет. Но сам факт, что уголок уже разложили, растащили, развезли, не растащили, а разложили, а то поймете неправильно, растащили, хоть ничего не говори. Разложили по всей длине моста, и теперь его нужно будет установить на свое законное место. Но если ставят уголок, значит все уравнительные приборы поставлены, все стыки заварены рельсов. Ну и теперь вот один из последних этапов по установке контруголка, предотвращающего сход с рельсов вагонов. Ну и вот мы подлетаем с вами к началу седьмого участка, и давайте посчитаем, сколько же осталось демонтировать моста рабочего. Ну, я уже посчитал, 5 пролетов нужно снять еще. Последний раз, когда мы летали, мы с вами там 7, по-моему, было. Ну а сейчас вот все меньше и меньше становится. Также активно идет работа по демонтажу рабочего моста 2, это между Тузлой и островом Тузлы и фарватером. Там вообще, наверное, уже 1,5 или 2 пролета, а то и меньше, наверное, уже осталось. Скоро этот уйдет. И посмотрите вдалеке, видите, возле фарватера работает плавкран. Только сам заметил, ну, сильный ветер, не полетел я туда дальше. А что он там делает, понятия не имею. Ну, недалеко от арок. Ну, можно будет, если продолжит работу, посмотреть получше и обратить на нее внимание. Ну, а мы с вами спускаемся пониже. И давайте посмотрим, сколько же я насчитал, правильно или нет. Ну, вот здесь вот видите, еще не демонтированы трубосваи. Сегодня вот почему-то не работали водолазы. Ну и давайте посчитайте сами, ошибся я или нет.
Ну, а мы перемещаемся с вами на другую точку съемок. Я надеюсь, посчитали, сколько пролетов. Ну, 5, по-моему. И плавкран работает, вот все увидели. Начинаем от Аршинцевской ветки, от Аршинцевского путепровода. И полетим в сторону Южного портала. Посмотрим, что здесь. Вот Керчь-Южный идет отвод в сторону Керчь-Южная старого парка. И здесь соединяются две ветки. С Аршинцева ветка идет и с Керчь-Южная. Это старая ветка, мы по ней с вами пешком ходили, летали. Это план Б, по которому первое время, я так все-таки думаю, что пойдут поезда. Ну, а может быть и не пойдут, но это лично мое мнение, может быть я ошибаюсь. Хотя очень активизировались работы на подходах, на основной ход с моста. Вчерашнее видео, кто не посмотрел, обязательно посмотрите. Я показал вам тоннель, в каком он состоянии. И самое, что интересное, некоторые зоркие зрители, я даже не обратил внимания, увидели, что в тоннеле отсыпают щебень. И по моим последним оперативным данным, действительно, самосвалами завозят щебень и отсыпают с северного портала, завозят щебень и отсыпают таманское направление. Ну и, собственно говоря, это мы сейчас с вами увидим, подлетая к Южному порталу, будет хорошо видно, что куча щебня. Ну, все по порядочку. Подлетаем мы к мосту, к путепроводу, извиняюсь, это не мост, путепровод над автомобильной дорогой, 214 метров длина его. Вот, видите, щебеночку подвозят. Это вот подвозят на путепровод. Почти весь его отщебенили, таманское направление. Ну, на керченском направлении или на джанкойском уже направлении полностью уложена рельсо-шпальная решетка. Это уже до тоннеля почти, там немножко оставалось. А здесь тоже чуть-чуть осталось щебня уложить. Как мы с вами видим, пролетаем мы... Здесь вот перетоки два, река Джаджава проходит, но она такая извилистая, по холмам огибает, речка сезонная, хотя сейчас в ней есть вода, в чем мы, собственно говоря, с вами попозже и убедимся. Ну, а мы летим с вами к тоннелю, вот хорошо видно, джанкойское направление у нас уже отсыпано полностью до тоннеля, немножко осталось. Опять же, в предыдущем видео мы с вами увидели, как формировали последний кусок, ну, интервал, подушку, насыпь делали практически до входа в тоннель. Там совсем чуть-чуть, скорее всего, там будут добетонировать. Ну и вот мы с вами видим, с правой стороны постройки для охраны, для собачек ихних. Ну, вот здесь даже пункт обогрева видим. И посмотрите, насыпь уже готова, откосы, лоток. С левой стороны откос уже все облагорожено. И подлетим поближе к тоннелю и посмотрим. Хорошо видно куча щебня. Присмотритесь, поставьте на паузу. Вот, хорошо видно таманское направление. Видите? Щебень еще, правда, не разровняли. Просто в кучах еще лежит. И здесь вот, видите, еще такой переход. Что там будет? Бетонировать будут или отсыпать? Там облагораживают. Так что вот такие дела. Спасибо моим зорким зрителям, что увидели, что щебень отсыпает в тоннеле. Ну, технический тоннель тоже с вами посмотрели. Там идут работы. Как я уже говорил, там будут проходить... Ну, технически он и есть технический. Ну и, естественно, если, не дай бог что, эвакуация будет. Многие начали писать, что одна сбойка, нет, три сбойки на километр, три сбойки, то есть между собой соединены два тоннеля, технический и основной, тремя ходками, тремя проходами, если так сказать, ну, сбойки. Так что все там нормально. Ну, а мы летим с вами на Керчь-Южную или Пивденную, старый парк. И летим мы по руслу реки Джаджава. Хорошо видно, что вода в ней есть. В нем, в русле, в нем есть. Вот видите, какие-то тут
животинки бегают. Посмотрите, как через речку лихо перескакивают. Так что здесь жизнь. Где вода, там жизнь. И вот здесь то же самое. Вот она как виляет, видите, разрезая холмы своим руслом, поворачивает где-то. И вот она как-то уходит странно и подходит. Вот здесь или отвод был, видите, тоже заросли камыша. Вот здесь мы ходили с вами пешком. Вот как раз здесь переток, под насыпью труба уложена, и тут протекает речка. А вот, собственно говоря, Керчь Южная, старый парк в районе, где находится стекольный завод, заброшенный стекольный завод, заброшенный завод «Альбатрос». Очень удобно было здесь, железнодорожная ветка, поэтому и строили так заводы. Очень хорошая логистика была. Ну, не знаю, как сейчас, по сравнению с теми временами, мне кажется. Ну, ладно. И вот, посмотрите, вот здесь мы с вами ходили, и увидели, что насыпь здесь вот разобрали. Это аршинцевская ветка. Сняли старые рельсы, расширили, облагородили откосы. Ну и вот даже здесь еще вот грунт, излишки грунта вывозят самосвалами. Ну, правда, пока еще здесь рельсы не ложили. Штроба идет. В предыдущем видео мы с вами видели вот на Керчь Южной, на Еле Пивденная. Штробу эту я вот показывал вблизи. Ну и вот мы пролетаем с вами, обратное направление взяли, то мы туда летели по новой ветке, а теперь по старой. И внимательно сами посмотрите, отдохните от моей болтовни, а то, может быть, кто-то, я что-то не заметил, а мы повнимательней увидите и напишите. На этом все, всего вам хорошего и до новых встреч!